Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя, безумные мутанты. Так, забираем свои награды. И реворд. Какой-то у нас тут с тобой реворд есть. Ну-ка. Слабенько, если честно. Всего лишь 7500 мутагена. Но зато мы можем получить с тобой двухзвездочных персонажей. Ну, давай посмотрим, кто нам выпадет. Это Леонардо. Спасибо большое. И последний это будет у нас Кейси Джонс. Окей. Слушай, ну в принципе неплохие герои нам выпали. Так, что мы еще с тобой сделаем сейчас? Во-первых, зайдем в меню, на почту и заберем все наши награды. Так, это можно удалить. Так, в инвентаре. Понятно, это все не то. Квесты, ПВП. Так, подожди-ка, а мы можем с тобой прокачаться? Сколько у нас мутагена вообще? 105 тысяч? Ё-моё. Слушай, ну это хорошо, что 105 тысяч. Я могу Рокстеди прокачать до 75 уровня. Он получит усиление скилла. Так. Рино Чардж. Окей. Так, это я так понимаю, ускорение, ребята, он себе прокачал. Так, а мы с тобой смотрим дальше. Леонардо. Слушай, я же Лео, наверное, могу вот здесь вот, ребята, да? Так, а тут в чем проблема? Не понял юмора, подожди к секунду. Ну вот, 246 в плюсике. Это у него по мощам стало. Плюс, я не знаю, уровень, может быть, ему качнуть. Или же нам лучше Кейси прокачать, а? Или Мондагека? Слушай, ну я смотрю, вот если сравнивать Кейси и Мондагека, у Кейси мощей будет больше. Поэтому, наверное, мы сделаем с тобой... Хотя, ребята, я знаете, что хотел сделать? Я Мона Лизу хотел прокачать. Давай-ка попробуем. 75 уровень не потянет, да? Буквально чуть-чуть ей не хватает. Ну-ка, сделаем ей экипировочку по полной программе. Я просто хочу ее взять вместо, друзья мои, вместо нашей Ирмы. И попытаться ей поиграть. Так, здесь улучшение. Все, походу, получается, да? Кстати, кожеголового тоже можно было бы прокачать, но он двухзвездочный. Я уже говорил тебе в прошлой серии, я делаю акцент сейчас на трехзвездочных персонажах. Хотя Рафаэль-то у меня тоже трехзвездочный, ё-моё. Надо его прокачивать тоже. Ну что, пойдем с тобой в приключения. Мы до сих пор с тобой сидим на боссе. Хотя нет, ребята, мы с вами не на боссе. Босс у нас вот она, Темпа. Нам нужно до нее добраться. Так, и, кстати, я получил уровень 44-й. Сейчас мы с тобой проапаем его. Так, давай. Нет. Уровень мне. Кстати, подписчики написали: Рэй, почисти актив в клане. Друзья мои, вопрос. Как я узнаю, кто у нас актив, а кто нет, а? Там разве прописано, кто был в игре или не был? Давай проверим. Так, во-первых, мы можем... Да что ты будешь делать? Во-первых, мне нужно прокачать что-нибудь, Могу доджи прокачать. Воркшоп. А что воркшоп делает? Вы мне так и не написали, друзья мои. Что делает воркшоп? Я смотрю, что он какие-то детальки. Ну, а толку-то от них? Да что ты будешь делать? Дай мне проапать комнату. Все. Значит так, по клану вы говорите, да? Блин, у меня еще, оказывается, уровень 45-й. Слушай, быстро мы с тобой качаемся. 45-й, ну, подожди, это 44-й, оказывается. 44-й левел. Так, клан. Ну вот, мы заходим, ребята. И где тут написано? Так, онлайн. Я вижу вот здесь вот Dead. А остальные, ну вот эти вот не в онлайне. Я не знаю, ребята. Вот это 100% не качается, его можно изгнать. Кикаем. Почему, ребята, он не в клане? Потому что, во-первых, 24 уровень. За все время, что он у нас стоит, а у нас фулл клан уже давно, он не прокачивается. Вот я думаю, не знаю, вот плеер. Мне кажется, у того, у кого нету ников, они тоже не играют. Вот у кого ники есть, те, скорее всего, в игре. Ладно, друзья мои, давайте почистим. Пускай есть ребят, которые играют, заходят к нам в клан.
Так, 16 уровень. Я думаю, что это тоже не играет чувак, потому что за это время можно было бы поднять прилично себе левел. Так же, как и здесь, на 25 уровне. Все. Остальные ребята остаются пока. В общем, 4 места свободны, если есть, друзья мои, желающие. Добро пожаловать, как говорится, в клан легендарных. Ну, а мы с вами продолжаем. Так, что у нас? Опять реверт какой-то. Давай заберем. Так, забрали. Ну и будем сейчас проходить с тобой основную сюжетку. Меня вот раздражает, что она немножко подлагивает. У меня вообще вот на этом эмуляторе, на Блюстаксе, очень многие игры лагают. Ну, поехали, посмотрим, что нас тут впереди с тобой ожидает. Лишь бы не было глюков, ребята. Так, по мощам, как ты видишь, мы с тобой вообще здесь отстаем очень сильно. Может быть, кого-то можно поменять нам. Давай посмотрим сейчас по мощам. Так, ну тут Ирма, например, неплохо рулит. Вместо Рокстеди можно было бы... Хотя нет. Ладно, давай попробуем так. Мне кажется, мы здесь с тобой проиграем, потому что темпа, наверное, нам тут сейчас такой темп задаст. Хотя Кейси Джонс взялся за нее. Слушай, а может быть даже... Ё-моё, началось! Есть, он ее уничтожил. Так, остается у нас здесь муха и вот этот вот каменный солдат. Сейчас проверим. Так, Рокстеди разбегается, таранит. Расстреливаем потихоньку с тобой муху. Вот так, со спины, правильно. И добили. Слушай, разница была в 6000 мощей. И мы все-таки с тобой выиграли здесь. Ну что же, двигаемся дальше. А тут у нас Тока плюс Рокзар. И опять же 21500 у них мощей. А у меня 14500. То есть разница, ну офигеть какая, ребят. Очень большущая разница. Посмотрим, что у нас тут с тобой получится. Леонардо, правда, немножко отгребает. Так, Рокзар получил по спине. Мундагека тут. Во, отлично. Так, все на Току переключаемся. Если мы его сейчас быстренько запрессуем, то с этим солдатом мы, в принципе, справимся на изи. Но Рокстеди почему-то переключился, да, на солдата. Так, ладно, смотрим. Сейчас Леонардо... Леонардо сейчас погибнет. Да, вот этот массовый удар без сева, если честно, у Токи в прыжке, когда он делает. Так, ну Рокстеди его подобьет. Прям с разбега, отлично. Ну и остается солдат, с ним мы с тобой справимся на изи. Давай этого каменного голема, все. Несмотря на то, что мы с тобой очень слабенькие по мощам. Ну, единственное, я тебе могу сказать, мы сейчас дойдем с тобой до босса, и там, скорее всего, встрянем конкретно уже. Потому что я представляю, сколько там будет у него мощей. Ну что же, поехали. Опять тут у нас, как мы видим, Тока. Все наши силы распределены. Единственное, что вот Кейси Джонс бомбит, ну, так слабенько. Так. Нам надо этих ящеров еще с тобой как-то уничтожить. А их тут две штуки, плюс консервные банки. Так, ну это консервные банки ерунда. Сейчас Лео погибнет, скорее всего. Сейчас Тока здесь сделает свой прыжок. Хотя, на самом деле, подбили ящеры. Расстреляли его. Так, Току осталось... Все, Рокстеди подбил его. Красавчик. И остаются у нас вот эти вот ящеры. В принципе, шанс есть подбить их. Причем большой шанс. Так, мы переключаемся с тобой на второго ящера. Мондагека делает удар по спине. И все, победа за нами. Причем, когда мы с тобой побеждаем, нам почему-то не дают бонусы. И это немножко грустно. Так, опять темпа. Опять здесь темпа. И, ну, уже мощей 22 тысячи. Чего уж тут скрывать. 22 тысячи против 14,5. Трындец. На 7 тысяч, считай, они меня круче. Ну, вот как я должен здесь, извини меня, их побеждать? Сейчас Леонардо вынесут. Так, Леонардо там на дорожку кого-то бомбит. Не могу понять, кого он там. А, Току. Так, Мондагека хочет солдата звездануть. А, нет. Он переключился на Маузера. Так, слушай, ну только получает. Получает люлей. Все, темп начинает, ребята, бомбить своей массовой атакой.
Да ладно, току не добили. Все, ему крышка. Так, остается два солдата. Один солдат. И темпа. Ну, она начинает, ребята, активно применять свое заклинание. Нет, 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 не надо, давай, давай, Кейси Джонс. Есть. Молодец, красавчик, со спины все-таки успел ее нахлобучить. Молодец, умничка. Да, вот теперь, друзья мои, мы переходим с вами к боссу темпа. И я не знаю, что сейчас будет. Сейчас будет жесть. Во-первых, ё-моё, 23 тысячи мощей. Плюс, ты посмотри, у него нет обычных воинов. Все боссы, то есть Муха, Тока, Кужеголовый, Рокзар и она, в конце концов. А здесь шансов ноль, друзья мои, на победу шансов ноль, поверь мне. У него есть два стана. Это от Кужеголового стан и от Мухи. Плюс у Темпы очень мощная атака. Плюс Тока со своей массовой атакой. Не-не-не-не. Не, ребята, это заведомо проигрыш, потому что даже по мощам мы с тобой не потянем. Ты посмотри, что он творит. Темпа это. Сейчас вырубится у нас Бибоп, потом выключится у нас Леонардо с тобой. Кожеголовый сейчас начнет тут станы раздавать. Хотя Кожеголовый мы подбили уже. Не, ребят, ну тут... тут нереально. Вон, она опять начинает активировать. И мой Кейси Джонс. Нет, он, конечно, хорошо дрался, но... против двоих, против Мухи и Темпы ему не справиться. И вот как только мы проигрываем, нам дают бонус. Спасибо большое. 25 тысяч мутагена мы с тобой заработали. Ну и что он мне это дает? Да ничего, ровным счетом, потому что... ну, даже если я сделаю прокачку... так, мы можем с тобой что-то здесь взять... давай-ка откроем героя двухзвездочного. Рокстеди, плюс 26. Плюс 26 к его мощам, да? Не 126, не 206, а 26. Это очень мало, ничтожно мало. Так, ну ладно. Кейси, Кейси хорош. Слушай, ну у нас с тобой... подожди-ка, я могу? Вот так вот. Да, ребята, он у нее пропался скилл. Я имею в виду Мона Лизы. Слушай, а может быть нам как вариант ее взять в команду? У нее мощей 2760. Смотрим. 2760. У нее даже будет больше, чем у Леонардо. Хотя Лео, извини меня, 91 уровень. Может быть нам попробовать поменять? Так, что у нас тут опять? А еще можем взять? Так, это у нас Рафаэль. Кстати, Рафаэля, точно, друзья мои, Рафаэль же у нас... трехзвездочный. Давай-ка начнем его, наверное, прокачивать потихонечку. Так, где он? Вот он. Я хочу просто глянуть, сколько у него будет мощей. Смотри, уже на 49 уровне почти 2000. Вот. Так, на полтиннике у него 2000 мощей. Я считаю, что это неплохо. Так, еще могу пропать, да? Угу. Слушай, есть смысл его качать, на самом деле, есть. Так, ну что, попробуем с тобой взять. Сейчас переключимся сюда на атаку. Не знаю, Мона Лиза у нас бросает просто пробирку. А что эта пробирка делает? Ну-ка. У нее мощей 276, да? Если мы, например, вырубим с тобой Леонардо. Вот так вот. И поставим Лизу. Только Лизу надо ставить, наверное, вот так. Ну что, проверим. Просто, ребята, проверочка у нас с тобой будет сейчас в данный момент. Она у нас дальний боец. В принципе, это хорошо. Хотелось бы посмотреть, что у нее за массовая атака. Что она будет вообще делать. Так, вот она делает. Бросает пробирку. Ё-моё, ну... ее вырубят сейчас. Ее сейчас, к сожалению, выключат. Кейси Джонс погиб. Бибо поддуплился. Да, друзья мои. Тут, по-моему, еще хуже, чем в те разы было. Как же нам тогда с тобой поступить? Так, ладно, выключаем с тобой Мона Лизу. Выключаем. Может быть, Рафаэля взять? Давай попробуем Рафаэля. Но у нас мощей с тобой. Смех на палке. Смех на палке. Но, тем не менее, я попробую.
Так, Рафаэль у нас делает проникающий удар, вот такой вот сквозной. Урона, правда, он наносит мало. Вот если бы мы с тобой сейчас вырубили как можно быстрее темпу, вот, она уже активирует свою суператаку. Кейси Джонс начинает бить там кого? Току он бомбит, да? Бибо бросает гранату. Так, Мондогек опять на кого-то переключился, на муху в этот раз. О, Рафаэль погиб, Бибо погиб, сейчас и Кейси Джонс отдуплится, скорее всего. Видишь, мы никак не можем с тобой определиться. Либо мы бомбим муху, либо мы бомбим всех остальных. Видишь, они у меня прыгают с одного на другого. 25 тысяч мутагена мы еще с тобой получили. Я не знаю, стоит ли сейчас это все в дело сливать на нашего Рафаэля. Или же все-таки на кого-нибудь другого, например, на Кейси слить. Или же на Мондогека. Тут, видишь, и на того хочется, и на другого, и не знаешь, кого все-таки прокачивать. Рокстеди, а если, например, Рокстеди прокачать до 80 уровня, не хватит, да? У нас с тобой силенок. Но, тем не менее, 3000 у него мощей уже. 3000. И это он 77 уровня. Бибоп у нас 80-го и до сих пор не имеет столько сил. Слушай, а может быть нам Бибопа убрать, взять Монолизу? Хм. Слушай, а как вариант, можно попробовать убрать Бибопа, поставить Монолизу. Так, секундочку, давай попробуем сделать так. Так, Рафаэля я уберу, и вместо него я поставлю Лео. Ну что, попробуем вот так вот. Поехали. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Мне кажется, опять же, ничего хорошего не выйдет. Вот Мондогека начинает хорошо. Он переключается на темпу. Но это до первого скилла. Потом он переключается и начинает. Сейчас она еще бомбанет. Вот. Минус Лео, потому что он ватный. Сейчас сразу же еще и Кейси погибнет. Ой-ой-ой, ты посмотри, что тут происходит. Минус Кейси, минус Мондогека. И все остальные ребята посыпались. Я просто в недоумении. Я не знаю, что здесь делать. Ребят, серьезно говорю, не знаю. Ну, как не знаю. Я понимаю, что у нас очень мало мощей. У нас что-нибудь есть в меню? Где у нас подарки наши, а? Которые нам постоянно дают? Нету ничего. Понимаешь, ничего мы с тобой не заслужили. Уровень, да уровень-то, в принципе, это фигня, ребята. ПВП-шка, я все сделал, что мог на ПВП. Реворд. Сколько еще? 6 дней, еще неделю нам ждать, ё-моё, пока у нас вот откат произойдет. Так, подожди-ка, я что-то могу прокачать-то, да? Угу. На один левел повысили с тобой. Друзья, не знаю просто, что еще можно здесь придумать. Как бомбануть? Они меня просто ушатывают именно своей силой. По качеству, как говорится, боя, я думаю, что я лучше, чем они. Чем эта темпа, но она босс. Мы ее не можем бомбануть, в первую очередь. И вот такая вот ерунда у нас с тобой получается. 14 тысяч, да, мощей против 20, почти 3 тысяч. Это перевес большой. Очень большой. Причем у него, у нее в подчинении все боссы, ребята. Если бы были бы обычные какие-нибудь рядовые монстрики, там, Маузер или еще кто-нибудь, возможно, мы бы здесь выиграли. Плюс, когда она начинает делать свою суператаку, у нас вырубаются бойцы один за другим. Причем очень-очень быстро. Вот, смотри. Ты видишь, что она делает? Просто вжаривать не по-детски. У нас Леонардо сразу вырубается. И начинается, смотри, Мондогека, Кейси и остальные все начинают падать. Так, тут вырубили мы Розара. Бибопа потеряли уже. Сейчас Мондогека потеряем. Вон, она, видишь, второй раз делает. Два раза она успевает за игру применить свой суперудар. Два раза. И у нас нет такого, знаешь, что-нибудь там. Молчанку на нее повесить или еще что-нибудь в этом роде.
Так, 28 тысяч мутагена получили. Короче, сейчас я прокачаю своего кого-нибудь персонажа. И будем закругляться, ребята. Я уже, наверное, за кадром поиграю потом в PvP-шку, да? Попробую позарабатывать вот таких вот бонусов и прокачаться еще чуть-чуть сильнее, потому что, ну, сам понимаешь, разница очень большая. Я все-таки думаю, надо качать Кейси. Кейси все-таки силен, да? Так, Кейси, и больше мы с тобой здесь прокачать никого не можем. Нет смысла нам качать с тобой сейчас Кожеголового, или там Донателло, или Кренга. От них сейчас толку ноль здесь будет. Надо качать именно трех звездочек персонажей. Только в них сейчас сила. Так что, ребятушки, на этом будем закругляться. Да, серия короткая получилась. Но дальше нет смысла просто выпендриваться. Мы будем с тобой постоянно проигрывать. Так что увидимся уже в следующей серии. Всем пока и удачи!